بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخوات، كيف ماشي الجواب؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، كيف ماشي؟ الحمد لله، все хорошо بملست الله. Мы сегодня с вами на прошлой неделе говорили, что будет в пятницу, но эфир сделали в среду, и последняя заключительная часть тоже будет... нет, последняя заключительная будет в понедельник, иншаллах. Чуть-чуть поменяли расписание. Рада вас всех видеть сегодня здесь. Альхамдулилля. Мы начнем. У нас часть вторая. Да? Но прежде чем мы приступим к разбору непосредственно правил, да, мы с вами немножко проведем такой опрос, поэтому прошу всех подключиться к чату, найти, где у нас чат, и поучаствовать. Да? Те, кто не был на прошлом эфире, нет, вы не помните, о чем говорила, сейчас коротко об этом поговорим. Да? В прошлый раз мы с вами узнали, да, что же такое расм Корана, его языковое и терминологическое значение, основу расма и что такое добт. Кто помнит, какое у нас было языковое значение расма? Кто-то помнит расм? То есть как в переводе, как это в языке, как используют слово расм? Или, может, от какого он слова происходит, от какого глагола, да? Можете писать свои, можете писать предположение. Если вы, например, не смотрели первую часть, не участвовали, то можете написать предположение. Да, это у нас как онлайн-урок, да? Ну, закрепляем знания, потому что знания закрепляются повторением. Альхамдулилля, если есть такая возможность, уделим этому 5 минуточек, и, иншаллах, потом уже перейдем дальше. Это будет полезно также тем, кто раньше, ну, не смотрел первую часть. Да, то есть он глагол рисовать, чертить, да, и это у нас рисунок, изображение какое-то, начертание, написание, да, и это мы говорили, что именно терминологическое значение, да, это тот рисунок, те буквы, рисунок букв, именно форм букв, который был в первоначальных мусхафах, да, которым, то есть то, как писали во времена пророка, саллаху алейхиссалям, без дополнительных разных знаков, да, то есть сам рисунок как такой скелет, да, и потом на него уже одевается одежка в виде добта, да, что такое добт, перечислите, ну, добт я скажу, что такое, да, добт это все дополнительные знаки, которые не относятся к расму, то есть то, чего не было, можно так сказать, да, расм был, а добта не было, и можете перечислить, какие вы знаете, какие знаете знаки добта. Какие у нас есть мусхафы, знаки добта. То есть то, что не относится к расам. Расам – это у нас только буквы, получается, да? Все, что кроме этого. Можете по одному писать. Можете целым списком, кому как удобно. Да, это шадда. Да, знаки остановок сюда входят. Да, точки у букв, все верно. Харакяты все, верно. И те, кто проходили викторину, кто участвовал в викторине, наверное, заметили, да, что еще есть, да, вот, номер аята, да, немногие знают, что номер аята это тоже доп, ну, потому что раньше не было нумерации аятов, первоначальных мусов не было нумерации аятов, это тоже очень интересно узнать. Да, разные точки, даже деление мусов, вот эти цветочки, где какой джуз начинается, где там у нас какой хизм начинается и так далее, да, уасля, да, и, кстати, маленькие буквы, да, если вы заметили, участвовали в викторине, маленькие буквы у нас тоже относятся к добту, как раз мы сегодня об этом поговорим, и гамза, гамза это тоже добт, любая гамза это добт, алиф это расм, буква алиф это расм, а гамза над ней или под ней, или она над вау, или она над я, да, или она сама по себе. Гамзы не было в расме. Вот это тоже интересно. Но про гамзу это отдельная тема, у нее очень тоже интересные есть правила. То есть раньше гамзы не было. Гамзу добавили уже домтом. Это такое дополнение. И
про основу расма, да, уже сказали, что это написание в первоначальных мусхафах, и это была основа, это у нас была устная передача от пророка, саллаху алейхиссалям, и как это дошло потом уже до нас. Да? Ученые, получается, соврали, вернее, добавили, облегчили ли нам чтение, и к расму добавили уже знаки болта. И как наука, также мы говорили о расме как науке, да, что это наука, что она изучает, вот эту всю историю, как это все происходило, да, как это все происходило и как, какие есть правила, да, как писать, как писалось, да, ну, ученые, насколько могли, собрали это в правила, сгруппировали. И говорили также о важности этой науки, да, что нужно сохранять расам Кур'ана, что это очень важно, да, что это та сторона, с которой подступают враги ислама, которые подкапывают, постоянно ищут ошибки. И мы, как мусульмане, должны знать ответы на эти вопросы, почему здесь так, а почему нет. И также это нам показывает мудрость Аллаха с той стороны, что есть много разных разночтений, языковые различия, то есть в самом языке, в арабском языке, да, поэтому... Альхамдулилля, большая польза и очень интересная наука. И мы с вами практиковали тоже, да, считали, сколько в расме там у нас букв на писании, сколько знаков лобта, смотрели, сколько в произношении букв. И хотелось бы обратить сейчас внимание, кто участвовал в викторине, да, но там была допущена ошибка, да, если кто-то знает, где, в каком вопросе была допущена ошибка, то есть не было правильного варианта ответа. Там, где вы считали. Угу. Если кто-то знает, то можете написать в чат. Если всем все получилось, сейчас мы с вами посчитаем. Да? Сейчас посмотрим. Так, и вот у нас был второй аят суры Алихляс. Здесь у нас, мы считали с вами, сколько у нас расмы. Давайте еще раз напишем ответы. Сколько букв расман? Только, то есть мы считаем расм. Да, сколько у вас получилось букв? Это алиф, лям, лям. Все без знаков, да? Алиф, лям, лям. Га, алиф, лям, сод, мим, даль. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 9. То, что написано расмом. Но если вы не были, то значит посмотрите, будет повод посмотреть, да, иншалла. Расм это все, что без дополнительных знаков. Вот мы их посчитали. Теперь в произношении. Так, 9, да, получилось. Теперь в произношении. Сколько в про... Нет, сколько знаков допта? Сколько знаков допта? Именно знаков, да, то есть буквы уже не считаем. Добт – это не буква. Сколько у нас знаков добта? Вот, это первый. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И вот это вот 10, сестры, это у нас тоже знак добта. Его раньше не было, да, это номер аята. Это 10. Не все... его увидели, возможно, ответили неправильно, не посчитали знак номер аят. И последнее, вот как раз-таки в том, в чем была ошибка в вариантах ответа, то есть не было правильного ответа, давайте с вами посчитаем, сколько букв в произношении. Сколько букв в произношении. То есть мы читаем этот аят, сколько букв мы произносим. Там была такая вот... Там была у нас такая лампочка на этом ответе, да, можно было посмотреть, но там лампочку-то я написала, но посчитала я неправильно. То есть смотрите, первую считаем, да, здесь мы огласовываем А, да, читаем Гамзу, А. Здесь у нас лям, это не читается. Это читается за две, да, потому что она удвоена, лям с суконом, лям с огласовкой. Дальше у нас есть алиф, который тянется, скрытый. Здесь Гу тоже считается, да, с домой. Это у нас опускается в произношении, мы это не считаем. Сод считается за две. Мим за одно и за одно. Теперь читаем. Микрофоны. Микрофоны, сестры.
Так, считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Должно получиться девять. Да, я посчитала восемь правильный ответ, потому что я сестры, видео ваше будет потом у всех, да? Так, девять. Получается у нас девять, потому что я не посчитала этот алиф. Хотя я загибала на него пальцы, но, видимо, не загнула один. Так, я тут, походу, выключаю еще микрофон. Так, теперь, значит, получилось 9. Вот здесь была ошибка. Потом посмотрите, кто не успел, посмотрите в записи первую часть, кто не смотрел, да? То есть посчитаем. Так, получилось 9. Идем дальше. Переходим уже непосредственно к сегодняшнему. На дот здесь нет буквы дот. Где вы видите букву дот? Восемнадцать. Какой восемнадцать? Восемнадцать. Здесь девять. Да? Да, там не было правильного ответа. В этой викторине по лявзан, то есть произношению лявзан, не было правильного ответа. Должно было быть девять. Девятки не было вариантов. Я ошиблась, не написала девятку. Поэтому я потом еще прокомментирую на канале, именно в каком варианте, какой вариант был правильный, какой это вопрос был, да, чтобы вы увидели. Дальше идем. Так, сейчас тут нужно все открывать, закрывать, потому что сестры заходят с включенным микрофоном. Так, повторили, да, немножко. Кто плохо повторил, значит, возвращайтесь, смотрите снова. Но это сейчас не так важно. Сейчас мы еще будем практиковать, иншаллах. И сегодня мы с вами уже поговорим о чем-то новом. Да? Сегодня мы узнаем, какие есть правила. Их всего сколько? Их всего шесть. Мы узнаем, какие вообще есть правила, то есть какие правила ученые сгруппировали написание слов в мусхафе. Да? Мы посмотрим, что там есть интересного в этих правилах, какие они, чего они касаются. И непосредственно из этих шести мы возьмем одно, и это будет опущение букв в мусхафе. И из этого опущения букв в мусхафе мы рассмотрим именно алиф, когда опускается алиф. То есть мы будем вообще на этой серии вебинаров, цель моя показать вам, когда пишется маленький алиф вместо большой. То есть он не утвержден расмом, а он добавляется как добт. Потому что маленький алиф – это добт. Его не было в написании в первоначальных мусхафах. Но он был в произношении. Он всегда был в произношении, просто его не писали. И для нас уже добавили, чтобы мы точно знали, что там нужно тянуть. Поэтому мы рассмотрим, сегодня мы рассмотрим, там будет 9 правил, мы посмотрим на 5 первых правил из 9, иншаллах. И теперь посмотрим, какие же 6 правил расма. Первое – это аль-хазв, то есть опущение. То есть какие-то буквы могут опускаться при написании в Коране, то есть писаться либо маленькими они будут писаться буквами, либо они будут вообще опускаться. То есть это как бы, по идее, там должна быть буква, но ее нет. Да, она вообще не пишется. Второе правило – это азияда. Возможно, знакомые вам слова, да, тоже здесь в этой науке тоже используются. Азияда – это добавление. Добавление, то есть какая-то буква добавлена. То есть она написана расмом, мы ее видим, но ее нет в произношении. То есть если опущение – это то, что не написано, но произносится. А здесь наоборот, то, что написано, но не произносится. Вот они как бы немножко похожие, и вот, но противоположные. Теперь. Третье – это правило гамзы рассматривается, как пишется гамза в начале слова, именно в мусхафе, да? В начале слова, как пишется, почему, какие есть исключения, какое там правило, в середине, в конце слова, да, что, какие варианты могут быть, это все рассматривается в третьем правиле расма, это все про гамзу. Четвертое – это аль-ибдаль или бадаль, аль-бадаль. Замена, то есть буква заменяется. Например, мы видим с вами, я буду, давайте я с вами здесь вам нарисую. Например, мы
часто видим, вот так написано буква Я, над ней стоит Алиф. И мы ее не... То есть Я заменилась на Алиф. То есть мы не читаем Я, читаем Алиф. Гамза, ну понятно, вот здесь зияда. Это, например, как это понять, то, что есть в написании, но мы его не читаем. Это, например, вот Алиф с сукуном мустадир. Или Вау с сукуном мустадир, да, часто знаем. То есть мы их не читаем. Или там Я с сукуном мустадир. Они написаны, они есть в написании, но для нас поставили вот этот значок, чтобы мы знали, что они не читаются. Да? Это зияда, то есть добавили, добавление, вернее. Не добавили, в Коране ничего не убирается, не добавляется, там все было. Но основа Корана – это устная передача. В устной передаче все есть. Это то, как записали уже. Мы сейчас говорим именно о написании. Мы не говорим, что что-то там добавили ученые или убрали, да? То есть это все было, было в произношении. И как это уже обозначалось, как раз-таки ученые нам это все разъясняют с помощью правил. Опущение, да, это вот, например, маленький алиф, то есть его нет в написании, но он есть в произношении. Так, следующее. Какое у нас следующее правило? Пятое. Пятое правило – это написанное на одном из двух караат, то есть здесь различие между караатами, да, у нас есть тоже интересная тема. И шестое правило – это соединение, разъединение, то есть аль-васлю валь-хуту. Здесь, когда слова у нас пишутся, например, те, кто проходит там мединский, например, это вот ан, да, бывает так, ан и ма. Иногда они пишутся раздельно, в каких-то местах приходят, в каких-то пишутся вместе и соединяются вот так уже. То есть соединяется, происходит и два. Здесь рассматривают вот такие моменты, когда два слова, либо они вместе пишутся слитно, либо они отдельно пишутся. И тоже это рассматривается в этом правиле. Так. Вот эти шесть правил основных, которые есть. Ну, конечно же, это все не без исключений. То есть это все, что смогли, как бы получается, ученые собрать. А дальше уже есть разные там исключения, разные, так, разные интересные моменты тоже, да, на которые нужно обращать внимание. И посмотрим. Сегодня мы разберем именно опущение, аль-хазв. И опускаться в мусхафе могут пять букв. Это тоже интересно. Пять букв. Какие? Вот кто, в какие буквы опускаются в мусхафе? Кто может сказать? Вот какие маленькие, например, вы видели буквы, которые вы думаете, что это опущенные буквы? Напишите в чате. Да, Алиф, Вау, Я. Ну, все их знают, да? Алиф, Вау, Я. Мим у вас опускается? Мим не опускается, нет. Это знак икляб, скорее всего. Нет, мим не опускается. Ну, интересное предположение, да. Алиф, Вау, Я. То есть мы их часто видим. Сид заменяется, сод заменяется на син, да, это, смотрите, заменяется, видите, заменяется, это замена, замена. То есть оно есть в написании, просто меняется на другую букву, да, это относится к правилу аль-ибдаль или аль-бадаль. Да, вот видите, алиф в слове Аллах, да, опущение, да. Просто она не написана еще к тому же. Да, она, во-первых, опущена, но мы еще ее доптом не видим. Но в некоторых случаях бывает доптом. В мусхафе нет, да, а так иногда в каллиграфии видим, что добавляют. Да, это тоже опущение. Хорошо. Да, какие еще две? Вот алиф, вау, я угадали. Хорошо, давайте посмотрим, какие дальше. Две у нас. Алиф, вау, я, да, это мы угадали. Еще опускается лям. Да, буква лям опускается тоже в написании. Именно в написании. Да? Именно в написании. И последний вариант. Это у нас нун. Это нун. Так, теперь вот эти пять букв. Но мы с вами все эти пять букв, представляете, сколько это каждое правило, сколько там всего, да, мы рассматриваем первое правило, и из этого правила мы с вами рассмотрим, и это, представляете, какая наука, да, сколько всего изучает. И мы будем рассматривать именно алиф. Мы будем рассматривать именно алиф. Поэтому
Давайте посмотрим, что будет с алиф. Да? Опущение алиф, оно может быть тоже, смотрите, по правилам и может быть без правил. То есть всегда есть какие-то исключения. И в арабском языке, когда тоже изучаете, да, вот такое-такое правило, а вот есть исключение, оно как бы сюда не подходит. Потому что есть язык, да, если это в арабском языке, есть язык, и ученые как бы собрали это в правила. Здесь то же самое, есть чтение Корана, и ученые попытались собрать это в какие-то правила. Но что-то под правила бывает не подходит, не по всем пунктам, поэтому оно не проходит под правила и как бы остается без правил. Поэтому здесь такие варианты тоже возможны, мы в самом конце тоже посмотрим. И всего правил опущения алиф будет 9. Да, и мы сегодня с вами рассмотрим 5 из 9, первые 5. И в последней части заключительной мы рассмотрим последние 4, вторую часть как бы, да, этих правил, и посмотрим то, что без правил. Итак, правило первое из 9. Очень легкое правило. Да, здесь у нас хазвуль алифи, ба'да лями, ба'да лямин, ау байна лямайн. Да, то есть здесь у нас опущение алиф между двумя лям или после лям. Это вы часто видели, я думаю, много есть примеров. Но если кто-то просто у нас как бы чат в самом канале в Телеграме не открыт, да, поэтому я бы попросила написать у вас примеры, прислать свои, да, но для себя поищите. Да, вам задание такое пионерское, поищите для себя эти примеры и попробуйте посмотреть, обратить внимание. Посмотрим сегодня здесь тоже на экране, чтобы вы это видели визуально. Первый пример – это вот халялюн. Да? Здесь у нас слово халялюн. Здесь, посмотрите, у нас опущен алиф, пришел в виде довта между двумя лям. Лям и лям. Вот он у нас между двумя лям. То есть ничего сложного как бы нет. Если бы мы писали это в обычной орфографии, если вы посмотрите слово халяль, да, например, на значке халяль кто-то видел, да, или в каких-то учебниках, да, оно будет так. Оно будет написано. Как оно будет написано? Оно будет написано. Вот если вы даже на клавиатуре сейчас наберете у себя, оно будет вот так написано, да? Вот. Алиф будет утвержденный, вот такой большой, обыкновенный. А именно, получается, в мусхафе он опущен. Хотя он всегда произносился, да, халяль, он всегда тянулся, но потом ученый, то есть в произношении он был, в написании не было. Чтобы не допускали ошибок, вот док нам помогает здесь потянуть. Поэтому вот такое различие. Дальше. Еще один пример. Еще один пример. Аддолялята. Да? Ну, здесь с разными огласовками может быть на конце. Тоже лям, лям, между ними вот алиф у нас. Тоже тянем. Мы знаем, что его почтением мы тянем, как обычный мат табиаи. Но он, получается, в расме. Мы расмом его не считаем. Это домт. И следующий пример. Да? Это просто после лям, например. Да? Аляму. Вот, после лям. То есть не между двумя, а после одной. Тоже такой пример можно встретить. Ну, примеров множество. Альхамдулля. И это первое правило. Да, очень легкое. Иншалла, мы к нему еще вернемся. В одном из других правил там будет пересечение. Поэтому запомните его. И переходим дальше. Дальше у нас второе правило. Это у нас асфу алифиль мусанна. Мусанна, да, это у нас опущение алиф двойственного числа. Двойственного числа, да, в арабском языке. Если кто-то не изучает еще арабский язык, то рекомендую начать, да, чтобы вы знали, что особенность арабского языка – это числа у нас есть. Единственное число, да, то есть предметы исчисляются, объекты, вернее, да, то есть это единственное, множественное и плюс еще двойственное. Они парами считают, по два, по два. Вот в этом двойственном числе тоже в таких словах двойственного числа есть опущение алиф, то есть он будет писаться в виде маленькой алиф. Но здесь есть условия. В некоторых правилах есть условия, которые должны быть обязательно соблюдены. То есть здесь алиф должен приходить именно в середине слова. Он, если он в конце слова, то это уже не опущение. Он будет написан расмом. Да? То есть здесь есть такая как бы оговорка. И пример. Так, пример. А, нет, еще, да, здесь еще алиф может быть он и в исмах, то есть в именах, и глаголах.
да, может приходить у нас. И вот пример, например, хазани лесахирани. Вот посмотрите, какой из этих алифов, кто знает арабский язык, да, запись будет. Какой из этих алифов, вот здесь четыре, посмотрите, да, четыре. Какой из них именно двойственного числа? Кто скажет, после какой буквы? Или после каких букв? Здесь четыре. Какой именно двойственного числа? Пишите, после какой буквы, да? Да, после ро пишут, после заль. Так, еще какие-то там варианты были. Перед нун. Перед. Почему-то кто-то перед считает, мы в обратном порядке. Так. После ро, после заль. Угу. Да, вот. Хазани. Хазани переводится. Как переводится хазани? Кто знает хазани? Это у нас Исам и Шара, да? Да, эти двое, эти два, да, может быть. Угу. Все верно, да. Здесь Исам и Шара тоже в двойственном числе, и поэтому после рова здесь тоже у нас двойственное число. То есть здесь два. Вот, вам тоже пионерское задание. Найти, вот где об этом говорится. Подскажу, что это история о. Кто найдет, иншалла, на следующем эфире напишите, какой это аят, какая сура. То есть для самих вас тоже будет интересно найти, где это приходит, в какой суре. Скажу вам, что это Муса и Харун, то есть поэтому здесь говорится о них двоих, да, это пророки, да, пророк Муса, алейхиссалям, и пророк Харун, алейхиссалям, когда они встречались с фараоном. Да, вот эта история, но она часто приходит, про Мусу вообще больше всего в Коране говорится, да, поэтому попробуйте найти, где это говорится. Нет, это не обладатель сада, нет. Это про Мусу и его брата, алейхиссалям. Так, дальше. Вот понятно, да? Ну, таких примеров не так уж много, поэтому я как бы вам один, чтобы вы приблизительно, потому что мы все разобрать не сможем, конечно, но вот для вас поработать, поискать. Так, идем дальше. Двойственное число, понятно. То есть здесь тоже нужно. И арабский тоже как бы знать. То есть увидели алиф и подумали, да, где. Здесь вот, например, другие причины, почему здесь опускается алиф. Так, идем дальше. Следующее у нас правило. Третье. Сегодня пять разбираем, да. Поэтому почти уже, вроде только начали, уже почти закончили. Здесь у нас хасву алифин на ульфаилин. Здесь у нас опущение алиф местоимения наульфаилин. Кто знает, что такое наульфаилин? Сейчас будем с вами арабский тренировать. Кто арабский учит, иншаллах, будет вам закрепление. Наульфаилин. То есть наульфаиль, да, получается. Кто не знает, значит, повод изучить, иншаллах. Это первый том любого учебника. Первый том Мединского, допустим, да? Кто проходил или кто проходит. Угу. Да. А в каком, к чему именно он присоединяется, это слитное местоимение? Угу. Да, глаголу. Глаголу какого времени? Угу. Да, вот там написала сестра, машалла, да. Прошедшее время, да, для мы. То есть это нахну, нахну. То есть что-то сделали, мы что-то сделали. Мы пошли, мы поели, мы сели, мы помолились, допустим, да. То есть это то, что добавляется к глаголу. Давайте посмотрим с вами это визуально, да, как это выглядит. То есть у нас есть глагол прошедшего времени, фа'аля, вспоминаем грамматику, да, фа'аля, чтобы вы потом это просто видели в Коране и могли соединить между собой и грамматику, и расом, добт, вот это все, да, и понимание, перевод этого слова, это, то есть каждое слово достойно того, чтобы мы останавливались на нем и с разных сторон его рассматривали, потому что каждое слово, оно многогранно, это мудрость Аллаха. Вот смотрите, фа'аля, да, ну это шаблон фа'аля, и нахну, если соединить, то есть что-то делать, да, с нахну, то есть мы что-то делали, что у нас получится? У нас получится
Я должна была, конечно, вас спросить. Я вам ответ уже сказала. Фаальна, да, то есть мы что-то сделали. Теперь у нас есть глагол захаба. Захаба плюс нахну, да, то есть захаба. Как переводится захаба? Пишу в чате, как переводится захаба. Ну, кто-то уже пишет. Да, то есть куда-то направляться, да, направился, направляться. Потому что идти, ну, не всегда идти, потому что иногда переводят «захаба или Макка», говорят, пошел в Мекку, но он не пошел в Мекку пешком, он, например, полетел на самолете, это может быть и полетел, и поехал, ну, в общем, направился, да, какое-то направление. Да, то есть мы соединяем, что у нас получается, то есть мы отправились, мы пошли, да, это по-русски, а по-арабски, да, вот уже пишут варианты, да, можете русскими буквами написать, без проблем. Напишите русскими буквами, что получится у нас. Вот, смотря на вот этот вот красненький пример. То есть мы пошли. Любой это глагол, получается, в прошедшем времени, то есть что-то мы сделали в прошедшем времени, будет у нас... Нет, надхабу это мы не переделаем. Нет, вот смотрите на красненький вариант. Мы просто добавляем на ульфа-алин. Вот это вот как раз-таки, вот это вот. Ой, сейчас. Вот это у нас науль-фаалин называется. Потому что это фааль. Да, это тот, кто выполнил действие. Это мы. Мы выполнили действие. Да, загабна получается. Да, долго пишите, ищите, наверное, арабские буквы, машаллах. Хорошо. Можно писать русскими. Это не урок арабского языка, но чтобы мы с вами понимали и такие тоже моменты. Да? Обращали внимание, чтобы вы увидели, сколько все интересно. Арабский язык очень интересный. Захабна, то есть мы пошли. Хорошо. Теперь, например, как переводится корана теперь? Корана. Переведите вот это вот. Корана. Очень часто приходит, когда Аллах вообще вот с этим на ульфа-алин приходит часто, когда Аллах говорит о себе. Мы создали, мы сотворили, мы воздвигли, мы сделали, мы научили, мы и так далее. То есть Аллах говорит о себе, как мы, да, то есть с такой величественностью. Это очень часто приходит. Поэтому это, если вы сейчас это узнаете, как бы закрепите, вам это, вы будете каждый раз видеть. Да, мы читали. То есть мы читали, мы прочитали, да, мы прочитали. Теперь идем дальше. А что вот это вот я добавила сюда? Гу. Как теперь будет? Как вы теперь переведете? Мы прочитали, да, мы сказали, вы читали. Да, мы читали или прочитали его. Ну, кого его, например, там книга. Книга в арабском языке в мужском роде, мы прочитали его. По-русски, например, журнал. Журнал, наоборот, в женском роде, да, в арабском языке тоже род не совпадает, не всегда совпадает. Кровать, например, это мужской род. Книга, наоборот, книга тоже мужской, а журнал это женский. Да? Велосипед тоже это женский, поэтому очень интересно. Да, то есть мы прочитали его. И вот смотрите, теперь вот в этом вот сочетании, вот этот науль-фаалин, да, к чему я вас подвожу, сестры, чтобы вы вот все по полочкам, чтобы вы увидели, где же опускается алиф. Вот теперь смотрите, когда получается, вот у нас есть глагол прошедшего времени, да, для нахну, снауль-фаалин, и к нему еще прибавляется дамир, который говорит, над чем было произведено действие. Вот это вот алиф в науль-фаалин, вот здесь вот именно вот в такой конструкции, не на конце, когда она будет, а именно вот между, да, то есть она в середине получилась, то вот в этом случае она будет опускаться. И теперь посмотрим примеры, где, то есть как это можно увидеть наглядно. Смотрите. Да, вот здесь условие, только что то, что я сказала, что алиф приходит в середине слова, то есть вот он, между, это не конец. Если вот это взять, он не будет опускаться. Вот, вот то, что фаальна, захабна, да, это на конце, здесь не работает. Вот, работает, когда дальше что-то еще присоединилось. И вот пример. Самый такой вот, наверное, часто встречающийся, ну, я не знаю, часто или не часто, Аллаху алям, ну, который вы, наверное, поймете. Халякунакум. Давайте переведем с вами. Здесь был глагол, то есть мы, вот оно на, то есть это мы действие совершили, кум, над кем совершили действие? Ну, в данном случае над кем, может быть, над чем. Да, машалла.
Да. Да, то есть у нас глагол халяка. Мы все знаем, что за глагол. Ну, не все, я имею в виду. Если не знаете, иншаллах узнаете, да? То есть есть к чему стремиться. Халяка – это глагол прошедшего времени. Создавать, творить, да? Сотворили. То есть мы сотворили. Это Аллах говорит о себе. Мы сотворили кого? Вас. Кум, да? Вот оно присоединилось. И вот в этом случае получился вот он наш алиф, да, который... Так, сейчас я его введу. Вот он наш алиф, который опустился. То есть, а если бы мы писали, если мы это слово напишем просто на обычной современной орфографии, то мы напишем обычный алиф. Такой в своей полной красе, да, скажем так. То есть мы не будем думать, где опустить или нет. То есть в этом случае, когда вы пишете какие-то аяты, вы, возможно, уже догадаетесь, ага, здесь у нас на альфа алин, здесь у нас прибавилось, присоединилось, значит, нужно опущенный написать. Это часто помогает. Именно знание вот этих правил у Расма помогает в сохранении, вот то, что мы говорили на прошлом уроке, написание мусхафа первоначальным. То есть понимать, почему именно там опустилось. Хорошо, машаллах. Баракаллаху фикум, сестры, машаллах, отлично работаете. Я люблю вообще активных сестер, активное участие, потому что видно, то есть так лучше запоминается информация. Идем дальше. Четвертое. У нас всего пять. Напоминаю, пять. Четвертое из девяти. Асфу алифиль адад. Да, адад. Это у нас опущение в числительных. Так, кто с числительным дружит? С математикой. Я в прошлый раз спрашивала, кто хорошо с математикой. Сама ошиблась в викторине. Обсчиталась, да. Вот у меня тоже плохо с математикой, поэтому... Ну, мы все люди, нам свойственно ошибаться, да? Поэтому обсчиталась. Поэтому если вы где-то что-то ошиблись, ничего страшного, исправляемся, идем дальше. Числительные. Ну, давайте посмотрим, насколько хорошо вы знаете числительные. Кто уже учил, кто не учил, значит, узнаете, иншаллах, будет для вас новым. И первое числительное у нас 8. Как будет 8 на арабском? Напишите в чате. Можете арабскими, можете русскими буквами. Без разницы. Мы здесь возьмем только 8. Ой, только 2 числителя. Угу. Нет, Эльза, нет. Иногда числа путаются, которые особенно рядом. Нет? Да. Хорошо, хорошо, машалла. Да. Угу. Да, 7, 8 всегда путаются. И еще 6 туда и 9 приплетается. Все вместе. До 5 хорошо считаем все сразу. Альхамдулиллях. Но это со временем приходит. И цифры тоже 7, 8 путаются. Одна вверх птичка, одна вниз. Всегда путаются. Так. Ну, для нас, потому что непривычно. Идем дальше. Смотрим, да? Вот оно. То есть вот то, что написали, кто-то написал там на арабском, да? То есть там у нас саманиятун, да, саманиятун. После мим идет алиф у нас. И в обычном арабском языке мы пишем алиф, утвержденный расмом. То есть мы пишем его обычным алифом. Но в Коране в числе 8 алиф опускается. Тоже легко запомнить. Вот обратите внимание, когда будете читать, если встретите число 8, вы увидите, что там алиф опущен. Машалла, молодцы. Так. И второе число, которое мы посмотрим, это у нас число 3. А как будет 3? На арабском. Здесь вот правило вообще расм, это тоже вот связано, видите, с арабским нужно и здесь, и там. Так, уже пишете, да? Саляса. Да, саляса. Да, машалла, все верно. И вот оно, саляса-то, да? Вот. Но здесь опущение алиф – это число 3. Какое еще здесь правило пересекается? С каким правилом? Опущение алиф, мы уже его брали, о нем говорили. По какому еще здесь принципу опустился алиф? Угу. Да. Угу. Да, машалла, это после лям. Да, то есть алиф после лям пришел. Здесь тоже это правило. Альхамдулля. Так, идем дальше. Здесь, думаю, все понятно. И последнее правило. Альхамдулля, мы с вами на финишной прямой. Здесь у нас хасфуль алифи фил асмаиль аджамия. То есть здесь у нас опущение алиф в словах иностранного происхождения.
что за слова такие иностранного происхождения, давайте посмотрим. Но здесь есть условия, тоже интересно, да, вот, то есть ученые не просто так вот взяли и как бы сказали и все, да, здесь еще есть условия. То есть, во-первых, это иностранное слово иностранного происхождения, оно должно повторяться в Коране 3 и более раз. То есть, если меньше этого, оно под правило уже не подходит. Да? Дальше. Еще одно условие. Алиф приходит в середине слова. Так же, как на ульфа алин, да, оно и как мусанна, двойственное число, тоже в середине. То есть, если оно на конце, ну, не опускается. Именно в середине. И в этом слове должно быть, это как ребус, да, отгадайте слово, это подсказки. В слове более 3 букв должно быть. Более 3 букв. И это плюс еще ко всему должно быть имя собственное. Имя собственное. То есть это какое-то имя. И посмотрим примеры. И эти примеры, я думаю, все их читали, все их знают прекрасно. И это у нас имена пророков. Это пророк Ибрагим. Вот у нас после ро, да, опустилось, то есть Ибрагим ва Исмаиль, да, это отец, получается, и сын, да, часто приходят они, вот что вместе, ну, не, я все время говорю часто, часто, Аллаху алям, не часто, я могу вот как бы оговориться с этим часто, не знаю, приходит в Коране, да, вот что Ибрагим, потом Исмаиль, и что здесь, то есть, во-первых, вот, смотрим на условия, значит, оно у нас есть, ну, я думаю, что наверняка оно больше 3 раз приходит, да, сколько раз мы читали эти имена. В середине слова есть? Есть, вот, не конец, середина слова. В слове более 3 букв? Да, более 3 букв. Имя собственное? Ну, это как бы мы такую проверку делаем, естественно, это все подходит под эти правила, это уже там есть в книге. Поэтому имя собственное, да, то есть, чтобы вы понимали. И обратите внимание, это слово иностранного происхождения. Иностранного происхождения. Потому что, хотя это пророки, да, и это не арабские имена. Иностранное происхождение, то есть имеется в виду не арабские. Это не арабские имена, потому что они не были арабы. Поэтому их имена тоже не арабские. Тоже интересно. Даже по арабскому языку, по грамматике, они тоже входят такие отдельно в исключение. Так, хорошо. Кто знает, в какое исключение входят вот эти имена? Как это в арабской грамматике называется, именно по окончанию, когда у них что-то с окончаниями там происходит. То есть здесь. Сегодня ума садулла, асадилля, машалла. Пятерка вам. И всем остальным сестрам. Полусклоняемый, да, полусклоняемый. То есть они, да, двухпадежные, как их называют, мамну минасар, да? Если по-арабски, машаллах, да, то есть они у нас не принимают танвин, не принимают кясру, вот, поэтому это интересные, интересные тоже со всех сторон можно, да, подойти и отсюда, вообще, просто, не знаю, эмоции зашкаливают, альхамдулля, и это было 5-е правило, но здесь еще одно задание, смотрите, это для того, чтобы вы вообще просто обращали внимание и посмотрели, сколько бывает все интересно. Вот есть в этом слове, посмотрите, в суре Аль-Бакара, как пишется, не слово, имя, да? Имя Ибрагим, как пишется слово Ибрагим в суре Аль-Бакара. В суре Аль-Бакара оно будет писаться, вот здесь еще будет опускаться буква Я, и будет писаться вот здесь, вот так. И это тоже правило, но это правило опущения Я, буквы Я. Мы его сегодня брать не будем. И это в суре Бакара только приходит. Вот сравните, где приходит в суре Бакара, вот везде получается вот с опущением и Алиф, и Я, в других сурах приходит только с Алиф опущение. Поэтому это тоже очень интересно. Да? Посмотрите, какая мудрость Аллаха. Здесь так, а здесь так. Да? То есть на те времена здесь, значит, Я писали, а в суре Бакара не писали. А потом уже доптом ее добавили. Тоже интересные такие факты, которые можно узнать, обратить на них внимание. Поэтому в следующий раз, когда читаете суру Бакара, обратите внимание, что именно Ибрагим, имя, алейхиссалям, да, пишется с опущенной буквой Я. Не только Алиф в нем опущен. Так, и в принципе это было последнее правило на сегодня, альхамдулля. И хотелось бы с вами поделиться тем, что то, что я уже говорила, просто акцентировать на это внимание, что современная орфография у нас, который мы пишем, видим в учебниках там,
то, что проходим уроки арабского языка, то современная орфография, естественно, она базируется на кораническом написании, потому что кораническое написание было когда? Да, во времена пророка, саллаху алейхиссалям. А современная орфография – это все, что осталось от нее, все облегчено для того, чтобы было легче писать и учиться этому языку, да, для людей. Ученые, ну, как бы здесь в другую сторону как бы уже работают, здесь уже современная орфография, то есть алиф не опускается, например, да, правила какие-то другие тоже не употребляются и так далее. Где-то наоборот там не пишется вообще. Вот. И задание, да, могу прописать, иншалла, если вспомню. Могу прописать под записью, пропишу вам задание, чтобы вы самостоятельно их выполнили. Конечно, присылать их некуда на проверку, я бы посмотрела, но и прокомментировала, но самостоятельно можете это сделать. И современная орфография имля, да, то есть у них количество букв соответствует, количество букв в написании соответствует их количеству в произношении, да, получается. И ученые, то есть я уже говорила, да, что ученые сгруппировали в правила особенности орфографии того времени. Ну вот не все слова, да, есть исключения. Мы именно об алиф поговорим это, об этом на последней заключительной части в понедельник, иншаллах, в 9 утра. Это все, чем я хотела сегодня с вами поделиться. И, как всегда, после того, как будет сконвертирована запись, я несколько вопросов тоже выложу. Вам задание, то, что я говорила, да, посмотреть самостоятельно, и несколько вопросов для закрепления полученных знаний, иншалла, выложу на канале, ну в группе, это группа, да, не канал, иншалла. Надеюсь, вам было полезно. Приходите, приглашаю вас на третью заключительную часть, посмотрим, что у нас еще есть, какие еще четыре правила, тоже интересно, потому что связано, опять-таки, с арабским языком. Вот, и вы увидите, и наверняка вы это уже видели всегда в мусхафе, но как-то не обращали внимания, возможно, да, в этот раз обратите внимание и тоже узнаете что-то интересное, полезное, надеюсь. Всем барак Аллаху фикунна, джазакун Аллах хайран. Я была рада, что вы здесь были, участвовали, альхамдулля. И пусть Аллах сделает эти знания для нас полезными, чтобы это приблизило нас к довольству Всевышнего. На этом я с вами прощаюсь. Субханака Аллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ля иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, дорогие сестры. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракату. Джазакаллаху хайран. Ва ияку, сестры.